Всем привет! Мы продолжаем записывать ответы на вопросы, и чтобы вас не мучить, мы делаем ролики не очень большие. Да? Поэтому мы продолжаем запись ответов на вопросы. Что-то мы там обсуждали в предыдущий раз, по-моему, начали группу методических вопросов. Давайте мы продолжим методические вопросы здесь. Что у нас там дальше-то? Дим, как с помощью программы построить план закупок и план продаж на несколько месяцев вперед? Вот такой вопрос в лоб. План закупок. Нахера? Первый вопрос. Зачем? То есть первый вопрос, зачем вы хотите это сделать? Какую проблему решаем? Какую проблему решаем, да. То есть вы хотите сделать бюджетирование и хотите построить план продаж на несколько месяцев вперед. Ну, во-первых, хотите кого-нибудь насмешить, хотите насмешить Господа Бога, расскажите ему о своих планах. Планирование и исполнение живут по разным правилам. Поэтому план совершенно точно пойдет не так, как вы его запланировали. Поэтому первый вопрос, зачем вы хотите сделать план закупок и план продаж? Это стандартная процедура, которая работает в рамках системы бюджетирования. И в этом смысле у нас не существует плана продаж. Не надо кидаться в меня сейчас тапками и прочими вещами. И вообще протрите экран от ваших плевков. Да? Потому что для того, чтобы спланировать продажи, это то же самое, что сделать прогнозирование. А в прогнозе у нас всегда две цифры. Первая цифра – это плановое значение, прогнозное значение, куда мы хотим попасть. И второе – это ошибка прогноза. То есть, насколько мы ошибаемся. План продаж реальный, особенно в номенклатуре. Я уже где-то в каких-то роликах это говорил. Выглядит так. Мы продадим 100 минус 100 плюс 300. Что на самом деле означает, что мы продадим от 0 до 300. И вот эта ваша целевая штука, вот эта вот ваша целевая планка в 100 штук, она вообще ни о чем. Создать план продаж в разрезе номенклатуры, если у вас больше 10 номенклатур в управлении, невозможно. Вообще, в принципе. Потому что вместо плана вы делаете оценочный объем продаж. Вы просто прикидываете, сколько вы можете продать, а главное, сколько вы заработаете. Зачем это делается? Сколько вы заработаете, сколько вы получите валовой прибыли, сколько из этого вы потратите на закупку, сколько вы потратите на все остальное, выжили, не выжили. Планы делать нужно. План делается для ответа на вопрос, сможем мы это сделать и какой ценой. И еще я всегда говорю следом за этим, ну, на самом деле придумал не я, придумал Эрих Шопенхайм, но он не так объяснял, да? Нужно делать два плана. Пессимистический и оптимистический. Пессимистический и оптимистический. Оба плана нужны для одной простой очень вещи. Для того, чтобы получить ответ на вопрос, что будет плохого, если. Если все пойдет плохо, и если все пойдет хорошо. Да, если все пойдет хорошо, единственное, что меня интересует, что будет плохого. Потому что если вдруг все пойдет слишком хорошо, мне придется нанимать людей, станки, где-то искать деньги на все это безобразие, мощность увеличивать. А это может оказаться дорого и может съесть всю дополнительную мою прибыль. И да, я должен получить две оценки. Минимальную, пессимистическую, которую мы ожидаем, ну как разумно обоснованную пессимистическую, и максимальную, да, которую мы можем ожидать. Дальше с вероятностью 90% я попаду куда-то в этот диапазон. Такие планы продаж мы можем сделать. Каким образом? Есть только один способ. Посмотреть историю, наложить на нее полпалец потолок собственной оценки и дальше сказать минимум столько, максимум столько. Собрать историю того, как вы продавали, сколько вам может. С сезонностью, со всеми вещами. А если мы добавим сюда PBI, о котором мы еще не говорили, да? Если мы сюда добавим еще BI-ный модуль, который анализирует вот всю эту историю, вы точно можете прикинуть свой объем продаж. Дима, а как же всякие искусственные интеллекты, нейросети, бигдаты, которые заявляют о том, что они могут классно прогнозировать и предсказывать продажи? Они все могут классно прогнозировать и предсказывать продажи при условии, что у вас ничего не поменяется. То есть у вас 23-й будет такой же 22-й, как 22-й, а 22-й будет такой же, как 21-й, а 21-й будет такой же, как 20-й. Не надо продолжать. Ну да.
То есть все эти вещи прогнозные, связанные с BI-ами, интеллектами и прочее, они анализируют прошлые периоды, и при условии, что ничего не поменяется, они говорят, это будет так. Все. А теперь покажите мне хотя бы 30 одинаковых декабрей. Более того, если мы обучаем искусственный интеллект, то ему нужно очень много данных. Сегодня, наверное, единственный способ обучить искусственный интеллект – это собрать данные, которые есть в ОФД. И как-то так перелопатить, и мы чего-то оттуда можем вытащить. Но не факт, что пойдет именно так. Потому что ошибка этого прогноза сопоставима с прогнозным значением. Можно здесь маленькое включение такое? У меня есть знакомый, который, собственно говоря, не новую штуку придумал. Во всем мире многие люди спят и видят, как написать такую интеллектуальную штуку, робота, который помогает торговать по сделкам на биржах валютных и РТС, соответственно. Прекрасная штука, сделали этого робота, который анализирует все эти свечки, да, парсит вот все эти сделки, анализирует эти свечки и максимально эффективно предлагает либо продать акции, либо купить. То же самое и с валютой касается. Все замечательно, но это, знаете, это как вот в любой азартной игре надо где-то своевременно встать, как бы, да, и выйти со стола, слезть с этой лошади и так далее. Вдруг тут неожиданно, а вот еще и наступает СВО, и у людей с этим прекрасным роботом, который до этого год прекрасно работал, интеллектуальным роботом, 15 миллионов, а это приличные деньги были для этого предпринимателя, застревают просто на бирже, которые... Слушай, просто... давай я просто всех... Это просто вот такая... Давайте я всех просто пошлю в приличное место. Да. Да? Потому что все вот то, что мы сейчас отвечаем, уже написано и описано. Есть такая книжечка, вот такой толщины, называется «Черный лебедь». А вторая книжечка такой же толщины называется «Антихрупкость». Вот есть такой Насим Талеб, который занудно, странным языком, но очень подробно объясняет, как это все работает и почему это работает только в стабильных условиях. Где вы найдете сейчас стабильные условия, я не знаю. В ближайшие лет 5-10 нас никаких стабильных условий с вами не ждет. Поэтому можно сделать план. И с нашей системой с таким же успехом вы можете сделать как из нашей, так и из своей учетной системы. Я понимаю желание заглянуть в хрустальный шар и получить ответ, как будет в будущем. Никто вам этого ответа не даст. Ну и возвращаясь дальше, ну там дальше план закупок, я все-таки закончу эту историю, да? То есть, и вот, соответственно, с планом продаж я, ну, вроде вежливо, но послал, да? Вот. А что касается плана закупок, а тут все еще смешнее, потому что у вас на разном цикле разные сроки, на которые вам нужно обеспечивать план. Вы же, когда план делаете, делаете на месяц, на квартал, полгода, год. Блин, ну вот реальный клиент, любой производственник, у вас срок поставки полгода, производственный срок неделя, несколько, 5 дней, 3 дня. Мы уже говорили об этом в предыдущих сериях роликов. Если у вас тут 3 дня, а здесь полгода, какой план? Как вы на полгода вперед поймете, что вы будете делать? Никак. Вы только можете оценить вероятность того, как это будет двигаться, посмотреть на наличие отсутствия сезона, исходя из этого установить целевой уровень буфера. Что-нибудь хочешь добавить, запомнить? И дальше пойдем. Да, наверное, нет, уже плешь проели с этим. Да, вообще, я думаю, да. Надо закрыть эту тему и больше как бы ее не упоминать про нее. Угу. Давай, наверное, такой большой вопрос, ну такой интересный, важный задан вопрос. Есть ли механизм, зачитаю, отсечения клиентов и статистики продаж, например, у SKU 10 клиентов. Ну, то есть, имеется в виду, наверное, 10 клиентов покупают эту SKU. И вот находится один жирный клиент, который разом выбирает 90% объема. И этот клиент вдруг раз и перестает с нами работать. Соответственно, что, буфер надо уменьшить? И наоборот, если мы знаем, что конкретный клиент будет закупать определенное количество, как эта система учитывает при расчете размера буфера? О, ты даже уже начал отвечать на этот вопрос. Ну, это вот клиент, который уже, тут в вопросе есть уже и ответ, конечно. Потому что уже клиент пользуется и буфером, да, вот этой методикой, да, видимо. Ну, это он что-то читал про методику. Возможно, да. Ну, я знаю, как этот вопрос задал.
Значит, здесь какая история? Компьютер штука тупая. Он умеет делать только то, чего ему научили. И все эти искусственные интеллекты, продвинутые и так далее, они все равно умеют делать только то, чему его научили. Просто в какой-то момент в алгоритме становится такое количество веток, что мы сами не понимаем, по какой ветке это прошло, да? Какой вес это приняло и так далее. Поэтому компьютер всегда штука тупая. И если вы ему не сообщите о событии, то он отреагирует, ну, с опозданием. Ответ простой и короткий. Есть динамическое управление буфером запасов. Как только у вас отвалится клиент, у вас упадут продажи, и система порекомендует снизить вам запасы. При этом останутся ли у вас запасы, которые были? Да, скорее всего, да. Доедут ли до вас заказы, которые вы уже сделали? Да, скорее всего, да. Но вы просто не будете их больше делать, будете распродавать остальным клиентам. Здесь главное, чтобы срока годности хватило. Это очень опасно, если у вас короткие сроки годности. Во всех остальных случаях, ну да, вы получите товар, который будете распродавать долго всем остальным клиентам. Поверьте, у вас не один такой товар. У вас товаров, которые существуют и останутся в наследство вашим внукам, я в каждой диагностике развлекаюсь, нахожу такие товары, которые там на 400, на 500, на 1000, на 15 тысяч дней продаж. Лежит на складе. Да? Поэтому, если вы хотите не вмешиваться и хотите, чтобы это было автоматически, то вы получите именно такую историю. Как только у вас продажи исчезнут из данных, система порекомендует вам снизить, это отработает классическое динамическое управление буфером, начнет прижимать запасы вниз. Да? Если произойдет резкий скачок, то вы оголите склад, вам не хватит, и, соответственно, у вас будет дыра, вы, конечно, поднимете буфер, но какое-то время будете жить без товара. Да? Если вы не хотите ничего делать руками, будет именно так. Теперь что мы можем, чем мы можем тупой машинке помочь? Мы ей можем заранее сказать, как только мы узнаем, что у нас отваливается этот клиент, мы можем заранее, если клиент потребляет 90%, то кто мешает сразу руками снизить целевой уровень буфера по этой позиции? Отсекая его пик выброса. Отсекая его пик выброса, да. Ну, то есть сразу снизить, да и все. Мы же знаем, что он у нас берет основную массу. Да. Все, мы его отсекаем, понижаем буфер, он доезжает, все хорошо. Если вы знаете, что к вам придет, это как обычная история, это же разрыв между продажниками и закупщиками. То есть если продажники знают, что у нас не будет сейчас большой клиент, которому нужна большая отгрузка, у вас есть две ситуации. Первое. Если вы это знаете заранее, то вы можете увеличить буфер к моменту отгрузки, и дальше система привезет дополнительный объем. Если вы об этом заранее не знаете, то с продажниками нужно провести разъяснительную работу, потому что это вредительство. Вы кидаете всех остальных клиентов. В этом случае правильно либо предложить этому клиенту забрать частями, либо предложить скидку, чтобы он подождал, пока вы привезете. Если вы не можете сделать ни того, ни другого, вам ничего не поможет, потому что компьютер никак не узнает о появлении этого клиента. Он узнает по факту, когда уже эта продажа, пик выброса произошел. Когда бабушка уже померла. Да. Да? Поэтому здесь только так и больше никак. Компьютер – штука тупая. Методика предполагает человеко-машинное взаимодействие. Ну, это, наверное, по этому вопросу все. Давай продолжать. Да. Коротенький такой вопрос. Но, думаю, коротенький ответ будет. Если механизм сравнения рекомендуемых программных заказов и фактически сделанных? Да. Есть такой механизм, который, более того, мы его и смотрим, то есть рекомендовано, заказано, и плюс еще при каких условиях это было заказано, потому что очень часто там балуются с резервами, и что это я заказал, там резерв был, его сняли, поэтому вся эта история того, как принималось решение, в каком состоянии была система в тот момент, когда принималось решение, записывается, доступна для анализа. Все. Следующий. Как реализована регистрация изменений в системе? Можно ли запросто увидеть, кто, когда и почему изменил параметры? Ну, почему нет? Да, потому что тут в голову залезет. Потому что почему этот красавец сделал такие телодвижения? А кто и когда, да, ради бога, в
в систему люди логинятся по своим учеткам, логину, паролю, и всегда можно в журнале изменений посмотреть, кто с каким объектом чего делал. Да, и а дальше, а вот почему, надо сказать, иди сюда, дорогой, а почему ты так сделал? Да, объясняй, почему ты так сделал. Да. Коротенький вопрос тоже, да, как часто формируется заказ, в какой форме, как и куда выгружается? Как он выглядит, образец, наверное, мы не покажем образец, как, так сказать, добро пожаловать в наш блог, ролики, описание, на наше обучение. Ну, как там, минимум, зайдите, посмотрите ролики новые в релизе, там да, где-нибудь там помощник есть. Там вы увидите форму помощника, зададите вопрос и так далее. Тут уточняющий момент, анализируется ли весь ассортимент или он как-то делится? Ну, ответ предельно простой. Заказ формируется с такой частотой, какой мы установили для этого поставщика и этого места хранения. Теоретически правильно, это ежедневно. На самом деле никому не надо ежедневно, поставщики не готовы принимать ежедневно. И объемы мы часто не набираем на то, чтобы ежедневно делать заказ. Поэтому заказ формируется по той частотой, с какой вам надо. Ее можно поставить в автоматический режим, но на первых порах мы этого не рекомендуем. Автоматические режимы нужно включать тогда, когда вы уже попробовали, вам надоело делать одно и то же, вы уже доверяете системе, и вы можете включать автоматы. Хоть раз в 5 минут, да. И так далее. Да. А дальше заказ формируется в NetStock'е, выгружается в учетную систему, в вашу учетную систему, он превращается в зависимости от того, как она у вас устроена, в заказ поставщику, заказ на перемещение, заказ на производство, может быть, да? То есть он там совершенно спокойно в эти вещи отрабатывается. Теперь весь ассортимент, есть отделение NetStock, текущая версия NetStock'а, версия 1, 36, сейчас выйдет 37, да, анализирует только тот ассортимент, который мы назначили складским, то есть мы решили обеспечивать наличие. Соответственно, из всего ассортимента отбирается только тот, по которому есть наличие. А дальше мы уже можем отбирать по разным признакам. Чаще всего это по поставщику мы группируем. Ну, то есть у каждого поставщика по своему расписанию мы делаем отборы. У нас есть клиент, который настроил себе помощник понедельник, среда, четверг, пятница. Да? То есть под каждый день недели у него своя настройка отборов и, соответственно, формируется с отбором по тем поставщикам, у которых нужно делать в этот день заказ. Mm-hmm. Значит, по ответственному чаще всего формируется. Да? Ну, это самые основные варианты, которые есть. Поэтому здесь я бы еще, знаешь, что добавил, но это опять-таки это не автоматический режим, а это уже сложные вещи, которые требуют вмешательства, да, логиста, который работает с помощником про ассортимент. АБЦ измерения, АБЦ анализа, который также можно помощники. Аж два ролика записаны. Да, у нас много на тему АБЦ было сказано. Вот, пожалуйста, да, прекрасно можно управлять ассортиментом в его разделении по АБЦ-классам разных вообще измерений и принимать решение того, сколько заказывать. Ну, давай мы попробуем цепануть еще один вопрос. 14-й. Да, он большой. Да, и этим, наверное, мы... И этот ролик мы на нем и закончим, да. Наверное, да. Значит, очень хороший вопрос и очень тяжелый. Реально тяжелый, потому что часть вопроса звучит так. С частью производителей, мы работаем по следующей схеме. Отправляем план производства на месяц, дальше вывозим партии. Как реализовать такую схему с помощью системы NetStock? Ну, формально это нехорошая история, мы стараемся от нее отбрыкиваться. У нас есть даже такие клиенты. Да, у нас есть такие клиенты, мы стараемся отбрыкиваться. Вот. И мы начинали эту разработку, но пока эти вещи мы смогли решить организационными мероприятиями. Значит, здесь есть какая история. Первое, это связано с тем, обязаны вы выбрать весь объем, который вы заказали производителю на месяц или нет. Потому что некоторые производители работают в режиме «дайте нам прогноз, а дальше забирайте». В этом случае мы можем рассчитать потребность существующими методами. Под прогноз, да, под месячный объем. А дальше стандартным механизмом установления буфера и помощника заказов выбирать то, что нам надо. Это, для этого не надо ничего делать, то есть это уже есть в рамках системы, но там одно дополнительное телодвижение появляется. Сейчас выйдет обновление, которое позволяет формировать заказ под произвольный срок поставки.
Есть такое прям, ну, то есть делается. Здесь проблема в том, что вот это то, что вы разместили, нужно не учитывать, как то, что в пути нет. А это первое. И это можно сделать существующими средствами. А вот вторая ситуация сильно хуже. Это ситуация, когда вы должны выбрать все то, что заказали, даже если вам это не надо. И при этом еще вопрос, а вы можете это заказать или не можете? Это зависит от условий. Да. И помнишь, мы с тобой первый раз в жизни столкнулись с этим вопросом конкретным у фармацевтов, которые еще и на госусловиях работали, и которые работают по системе тендеров, вот реально озвучивают момент, что выиграл поставщик какой-то тендер, но мы же говорим, у вас прописывается объем вплоть до каждой финтиклюшки, да, то есть до каждого препарата штук. Если нет, то, пожалуйста, вы исполняете контракт, но выбирайте партиями по мере того, как вам рекомендует система, то есть такие вещи. А второй раз мы столкнулись в явном виде, это тогда, когда очень крупные производители, типа АвтоВАЗа, своим дистрибуторам, дилерам, да, вот навязывают такое условие выбора вот этих партий. В этом случае там другая история. Там нужно считать буфер на самом деле под те сроки, по которым вы берете на себя обязательства. Вот этот вот а-ля буфер в данном случае на месяц. Да, мы тогда считаем, что у нас срок вот этот месяц, там, ну, считаем срок, да, учетом того, что это будет целый месяц. А за как мы будем забирать, это уже вообще не важно. Да? То есть мы будем выбирать все то, что мы разместили. У нас есть задача, чтобы это автоматизировать, на текущий момент еще не реализовано. Но, во-первых, потому что пока по-настоящему ни одному из клиентов это не понадобилось. То есть у нас есть постановка задачи, но она все время двигается по приоритетам, потому что нет клиента, который сказал, мне вот это без надо. Этого жить не могу. Без этого жить не могу. Да? А так, ну, за месяц-два ее можно реализовать, потому что заготовки уже есть, и задача уже поставлена. Ну, понимание того, как ее реализовать, уже да. Ну и, в общем, наверное... На этом все. На вопросы мы ответили. И теперь мы перейдем к другим частям, которые мы все равно будем продолжать записывать сегодня. Ну а что касается вопросов и ответов, на этом все. Пока.